болен. Влад, проверь микрофоны у всех, пожалуйста. Ну и что мне тут? Микрофоны выключайте, пожалуйста, шумно у вас. Помолимся. Царь небесный, утешитель дух истины, ты везде есть, весь мир наполняешь, сокровищница благ и жизнеподатель, приди, вселись в нас и очисти нас от всякой скверны, и спаси благой души наши. Господи, просим Тебя, благослови наше занятие, не допусти нам уклониться ни направо, ни налево от истинного понимания смысла. Прибудь с нами в этот воскресный вечер, сохрани нас от всего непотребного, дай нам единомыслие в изучении Слова Твоего. Хвала же Тебе, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Так. Сейчас, секундочку. Кто-то мне звонил зачем-то. Все мне тут сбил. Нет. Идет запись. Угу. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Сегодня 2 февраля 2020 год. Первое послание к Коринфянам, 6 глава, 7 стих. Пожалуйста, микрофоны выключите. Слав, проверь. 1 Коринфянам 6:7. И то уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между собою. Для чего бы вам лучше не оставаться обиженными? Для чего бы вам лучше не терпеть лишения? Толкование. Прежде запрещал судиться у неверных, а теперь запрещает и сам Иисус, говоря, и то уже весьма унизительно для вас, то есть предосудительно и постыдно, что вы имеете тяжбы, то есть спорные дела друг с другом, а это значит слова между собой. Апостол сказал это с особенной выразительностью, ибо мы, христиане, должны почитать друг друга братьями. Вот. Ну, на прошлом занятии тоже внимание обращали на это. То есть, когда не брат, не верующий обижает тебя, ты имеешь полное право подать на него в суд, чтобы он возместил тебе все убытки, и ничего в этом постыдного и зазорного нет. Постыдное и зазорное состоит в том, что мы, братья, начинаем обижать друг друга, занимать деньги, не отдавать, и от этого подаем в суд, да еще и к неверующим. Нас неверующие люди стыдятся. Вернее, мы должны стыдиться этого, судиться у неверующих, потому что из-за этого имя Божие хулится у язычников. Так, сейчас подсоединю еще. Так, Евгений Изотова, кто сможет подсоединить, подсоедините, чтобы время не терять. Я подсоединю. Давай.
А вот уже почему-то не добавляется, или уже добавили этого человека. Номер один здесь. Странно. Слав, почему он не добавляется? Должен добавляться. Вроде его нету. Ну или то, что да раньше было больше 50 и добавлял, все нормально было. Я копирую. Смотри. Вставляю. А, вот кнопку надо поставить. Все. Добавил. Так, по прочитанному вопросу есть. Сегодня место писания сходи. Да любите друг друга. Да любите друг друга. Но я так и не понял, как правильно, любите или любите. То есть, да, это да, здравствуй, то есть повелительное наклонение. Повелительное наклонение это слово любите. А любите это не повелительное наклонение. Не уловил. Может, не так понял. Да, то есть нам нужно любить друг друга и не судиться. И если мы будем любить христианской любовью друг у друга, то у нас и о судах между друг с другом, да и говорить не о чем тогда. А вообще. То есть у нас их и не будет. Вот говорят, почему у вас потеряевки милиционера нет? А зачем он там нам нужен, милиционер? Никто не ворует, никто друг друга не обижает, но если есть какие-то там претензии, выяснили, не нужен нам милиционер, суды никакие не нужны. И отсюда сразу, вот с этим, от этого толкования, ответ на вопрос, который последний задали. А вы не в гордости, если говорите, что между вами есть любовь? Так вот и почтение друг к другу, к братьям, брат к брату. Если выше почтение, то есть это делами показать твое участие другому человеку, то есть любовь эту. Вот она любовь какая. Ну и как тут, какое может быть, какая гордость, если тебе это нужно сделать? А иначе ты это не сделаешь, значит не покажешь любовь, не будет почтения, не будет христианства вообще. Так только языком сказать, слово гордость узнали откуда-то. Может, ну как вот, они-то думают, что раз у нас любовь, мы этим гордимся, мы этим превозносимся над теми людьми, над теми сообществами, у которых этой любви нет. Да не превозносимся, мы сожалеем, что у вас нет такой любви. И молимся о вас, чтобы у вас такая же любовь была, как у нас. Хотя Игнат Тихонович говорит, мы никого к себе не зовем, почему? Потому что там мы карикатура на христиан. То есть у нас очень много бывает и споры, и распри, да не плотские ли вы, что мы не спорим разве что ли? Спорим, конечно. Вот. Но это не мешает нам любить друг друга и прощать друг друга. Ведь чем христиане отличаются от других сообществ? Что если есть какие-то обиды, то мы готовы попросить прощения и простить. Вот в этом-то и тоже любовь выражается. Но лучше, чтобы вообще не было таких ситуаций, за которые потом надо было бы просить прощения. От этого-то еще глубже слово «любовь» забрасывается. Господь говорит, возлюби ближнего своего, как самого себя. То есть почтение к братьям, это оказывается у христиан само собой. А еще нужно так другого почитать, любить. Даже врага, вот это очень сложно, вообще непонятно никому будет. Конечно, тут люди что хочешь наговорят, лишь бы только отгрестись от этого. Но как это исполнить простому человеку, который не избран Господом для этого? Это невозможно просто, возлюбить врага. Тут брат это не понимает, как любить. А если по возможности, брат, включая видео, то тут спрашивают, кто это говорит. Это Игорь Дебунов говорит. Так, идем дальше. Так, ну сейчас я тебе покажу. Да, вот.
Но вы 1 Коринфянам 6:8. Но вы сами обижаете и отнимаете, и притом у братьев толкование много обвинений. Первое то, что они не умеют переносить обид. Второе то, что напротив сами обижают. Третье то, что обижают братьев. Хорошо было бы, говорит, и не обижать, и не терпеть обид. Но если следует избирать одно из двух, то лучше терпеть обиды. Вот. Ну, у нас как-то принято адвокатствовать за обиженных. То есть, если ты обидел, то ты уже виноват. А то, что он обиделся, это так и должно быть. Нет, братья. Валя. Нужно и не обижать, и не обижаться. Учиться этому нужно. Это трудно. Вот она. Это нелегко. Нерожденному свыше человеку. Но верующему, который верит, что Богу все возможно, он превозможет и начнет прощать, и не обижаться, и забывать обиды. Как бы тяжело ни было на сердце. Вот. К этому мы призваны. Вопросы? Да и легче. Гораздо не обличать и вообще не исправлять, это легче. Вот тот путь монашеский, который рисуется, он, ну не знаю, ну очень легко. Вот для меня это прям предельно естественно. Ну, допустим, видео, брат согрешает. Видео включи, Слава. Говори. Брат согрешает, и не сказать ему, прямо у меня это самое легко вот идет. То есть поплакать там о нем, это вообще легко. А вот исправлять начать, то есть даже пожертвовать отношением, он тебе хорошо относится, и ты должен будешь пожертвовать ради того, чтобы ему принести благо. Вот это вот подвиг христианский идет. Да, знаешь, что пятно себе наживешь, оно Писание говорит, то есть он тебя вообще с тобой может перестать разговаривать, и все, и отношения испортятся. Но лучше, чтобы испортились отношения с братом, чем с Богом. Потому что если ты его не обличишь, Бог с тебя спросит. И ты будешь виноват перед Богом уже. Правильно я тебя понимаю, брат? Да, да. И так это вот именно по-плотски-то как раз-таки легче всего не заниматься, да, ни исправлением, ничего. Это вот легче всего. Другое дело, ты когда понимаешь, надо исправлять, ну там не знаешь, как это там, можешь посоветоваться, может тебе надо там помолиться, помолчать, ну действительно промолчать иногда, ты потому что можешь там повредить ему. Но то, что надо этим, то есть человек должен стремиться, и это есть любовь, то есть забота о ближнем своем, о брате, и даже пожертвовать отношением к себе, вот этим хорошими отношениями, и это вот и есть любовь, потому что, ну что, вот Моисей, ну Бог направил, к этому, к фараону Моисею, да, он сразу, отношения с ним портятся у него, ну, но и Божие повеление. А если брат согрешает, то Божие повеление у тебя на каждого брата сразу работает, чтобы ты как-то позаботился о нем. И Божие повеление, оно выше, чем твои отношения с братом. То есть вот хорошие такие. И это не любовь, вот эти такие отношения, которые мы не можем друга исправлять. Это, наоборот, это какая-то ненависть. Как вот написано же, кто не наказывает своего сына, тот ненавидит его. Вот это и так же с братьями такое же отношение. Кто не старается помочь брату, не исправляет его, тот ненавидит его. Тут еще у нас, вот, допустим, пример можно привести нашу общину. У нас есть притвор, есть церковь, есть притвор, говорю, есть. Ну и притвор есть, да. И есть трапезная, где собираемся на собрание. И вот на собрание в храме собираются битком набито, на собрание как раз нету. Там, ну, может быть, третьей части сразу не заходят на собрание. Я считаю, что это все, кто не заходит, они все обиженные. Они просто не могут высказать это, но они просто обиженные. На что-то, где-то, когда-то кто-то что-то сказал. На одного, на другого, на третьего. Может быть, на нескольких сразу братьев. Может, на какую-то сестру. Но они никогда не скажут, видно по ним, что такое малодушие, что никогда он не подойдет, не скажет. Там, может быть, яйца выеденного не стоит. Будут там где-то стоять, чтобы никто их не видел.
дуться. А может быть, это ложное прощение, то есть я тебя прощаю, я тебе ничего говорить в ответ не буду, ты меня обидел, я тебя внутри простила, но век не забуду, как вот говорят. Ну, это, но... как, что это за прощение такое? Никогда не поговорить, ничего. Вот у нас была Елена Сокольских, это, и она маленькая была, крестилась 13 лет в 2007 году, и молчала. Вот мы с ней ходили, даже когда крещение было, вот я напомнил тут, Лена Гладыщук прочитала хорошо так это собрание как раз по поводу оглашенных, что принятие к крещению. И я там вспомнил, да, что мы с ней ходили, благовествовали, она была 12-летний подросток, 13 лет. И она все время молчала, я хотел с ней поговорить или еще что-нибудь. Я говорю, ты же с Игнатьевичем разговаривал, поговори со мной. Нет, не разговаривает, но я думал, ну не тот у меня авторитет, я же меньше знаю, ясно. Молчал. Потом она больше стала ходить, больше начала расти, уже девушка стала. Я, оставайся на занятия. Нет, не остается. Поговори, давай с тобой поговорим. Ты что все время молчишь? И домолчалась, пришла в том году и сказала, я не верю ни в Иисуса Христа, ни в сатану. А вы все, говорит, дураки, говорит, и неучи, что в это веруете. В тихом омуте черти водятся. Чем больше человек молчит, тем больше культивируется в нем эта обида. А на что она обиделась, она теперь уже и забыла. Просто привычка была ходить, молчать, дуться там и так далее. А умная девчонка была там на 3 высших образования ума, несколько иностранных языков и так далее. А ничего не помогло. Нужно было в простоте Христовой просто беседовать с братьями, участвовать в занятиях, трудиться над своей душой. Ну вот мне еще знаешь, что понравилось, ты сегодня сказал, такие слова мне запомнились. Все уходят из общины, ну, собрания, и у всех свои кланы, то есть у всех свои семьи. День общины у нас было в прошлое воскресенье, и пол общины-то ушло дома справлять, или может не справлять, или вот такое, никогда у нас такого не было, это первый год такой, день сайта, и про сайта и даже и не вспомнили, что такое там. Но... Игнатьевич проверил сегодня всех. И я вот почему мне запало вот это вот кланы семейные. То есть вот хочется человеку обличить, но зная, что он идет в погибель, что он не прав. И уже априори себе пятно на темечку. А что ты в нашу семью лезешь? В наш клан? Семья это святое. Вот ты со своей разберись, там, со своими женами, со своими детьми. И такой уже наперед это проигрываешь. И чувствуешь себя виноватым, что ты Бога предаешь молчанием своим. Но вот это вот препону про кланы, про которые ты сказал, это же тоже семья, как бы я верю, что да, семья это святое, и не нужно там, да, начинать там ссоры из избы выносить, там грязное белье перебирать, начинают там все. Ну то, что батюшка вот как постоянно говорит об этом, о Потеряевке ничего там не скажет никогда, какие там у них отношения или что-нибудь. Потом только узнаем, что там что-то уже случилось. А так когда нет. Уже, когда уже поздно, да? Пить боржоми. Ну, может быть и поздно. Я просто к тому, что нету такого единения. И в конечном итоге, то единение между деревней и городом, которое было, когда я вот только уверовал в 96-м году, когда крестился. И вот у нас, наверное, лет 10 такие были тесные отношения. Потом хуже стали. То мы там вместе готовили, когда приезжали на Пасху. Тут они сами начали готовить. Потом решили уже, трапезы ночной не будет. Давайте каждый там у себя дома поест. Ну, это же все понятно, к чему идет. Старообрядцы приехали, у них там свой большой клан, им весело, они собрались там, и посмеялись там, пошутили. У них можно шутить, можно там хоть кого обсуждать и так далее. А здесь же это все чужие люди для них. Вот она и любовь пришла. Вот от одного слова почтение братское пришли к чему. И у нас такие же кланы есть, такие же семейственности, или группы просто людей, как по WhatsApp, чтобы там свое только, допустим, мамочки там, они, у кого дети есть, а другие скажут, а ты кто такой, у тебя детей нету, вот мне, допустим, так, ты кто такой, у тебя детей нету, ты не умеешь ничего не преподать, не воспитать, а еще Игнат Тихонович, он тоже масло подольет в огонь, скажет, никто не умеет наказывать, поэтому остается дом ваш здесь и лагерь пуст, все. Ну и они, вот, все понятно, подтвердил еще наш авторитетный наставник, и все, готово дело. Они все правы, а мы, значит, ничего не можем и не умеем. Ну, будем клан молиться. Прав. Клан есть клан. Так.
И вопрос, значит, что об этом говорит устав общины? Кто знает, ну, о том, что мы, имеется в виду, Марина, что ты имеешь в виду, семейные кланы? Про семейные кланы, что там в нашем уставе общины? Я его не составлял, этот устав общины, и не могу знать. Этот вопрос мы, наверное, оставим на чуть на позже. Напомните мне, Игнатий Тихоновичу, задать. Или более его подробно опишите, что именно вас интересует, есть ли в уставе или нет. 1 Коринфянам 6:9. «Или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют? Не обманывайтесь. Ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники» – толкование. «Заключают увещание угрозой, усиливая речь и спрашивая их о предмете, известном всем». Здесь намекает на тех из Коринфян, которые говорили, что Бог человеколюбив и не будет наказывать, но введет в царство. Посему говорит: «Не обманывайтесь, ибо и в этом деле явно самообольщение и заблуждение. Здесь ожидать всяких благ, а там подвергнуться казни. Не блудники. Того, кто уже осужден, ставит на первом месте. Малакиями называет тех, над которыми совершают постыдное, а потом перечисляет и совершающих постыдное». Вопросы? Да не приведи, Господи, во всех этих грехах хоть раз даже ногой ступить. Аминь. Аминь. И ужасаешься, когда вот этот блудный грех, который церковью осуждаем, но тем не менее, вот какая-то экономия именно по отношению, вот эта немощь какая-то вот человеческая, что вот такое поверье, что человек без этого вообще жить не может, без вот этого удовлетворения. Тут ересь николаитов была. Если похоть у тебя есть, то ты ее должен удовлетворить, и тем самым угодишь Богу. И сегодня, раз у тебя есть похоть, ну, все, значит, вторая, третья, пятая жена, женись, удовлетворяй, ничего тут такого нету. Был венчан, ничего страшного, развенчайся, иди к епископу, давай ему там взятку какую-то или что, и он тебе даст разводную, и все, и венчайся дальше, и вперед. Этот грех мы возьмем на себя, так они говорят. То у католиков такое практикуется. В нашей церкви это негласно, ну то есть в православной церкви это негласно идет. Вот да. Это голубое лобби вот этих митрополитов, священников, там, епископов, их просто прикрывают куда-нибудь в отдаленные места, ссылают там и все то же самое остается. Никогда не вынесут ссор из избы, никогда. Будут давиться этим монашеством своим, пускай будет побольше этих грехов, но никогда не отступим. Ну, кстати, заговорили про новое монашество сейчас. Сейчас новое монашество, патриарх поминает все время. Сейчас вот у нас юноши идут, это новые монахи, это они сейчас возродят там все и так далее. Так. Идем дальше. Первое Коринфянам 6:10. «Ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божие не наследуют». Толкование. Многие спрашивают, почему поставили пьяницы злоречивых наряду с идолослужителями и с теми, которые совершают непотребные дела. Потому что и Христос признал повинным гиене того, кто скажет брату своему: «Безумный» – Матфея 5:22,
И потому опять, что иудеи от пьянства дошли до идолослужения. Далее, теперь идет речь не о наказании, но о лишении царствия. Царствия же лишаются равно все таковые грешники. А будет ли различие в их наказаниях, об этом рассуждать здесь не место. Смысл, какая разница, сколько у тебя градусов будет в аду, если ты туда попадешь? 500 или 5000 миллионов? Ты в аду, ты Царствие Божие не наследуешь. То есть это говорит об аде. Не обманывайтесь. А кто у нас обманывает, что все рано или поздно попадут в Царствие Божие? Бог милостивит и будет все во всем, и всем все простится потом. Пройдет сколько-то миллион лет, и потом все опять, рай все равно, все везде, все равно грешники из ада переберутся в рай. Что это за учение такое, и кто его? Про Эгена имеешь в виду? Да. Александрийский учитель. А сегодняшние современники, оригенисты, известны вам? Тоже О. Про священников ни слова сказали же. Так а он не священник. Ориген? Он был священником? Нет, который современный на О. А, современный. А этот-то да, этот нет. Который Осипов, что ли? Да. Ага. Ясно. Так он учит священников. Да, так они такие и есть. То есть, если верить, что рано или поздно Бог всех простит, и рано или поздно мы очутимся в аду, так и пожалуйста, и прелюбодействие, и блуди, и мужеложеством занимайтесь. Все равно же Бог всех прощает. Он же любовь. И то, что мы делаем между братьями, это никакое не садомия, это любовь. Все, вот они и обманулись. А ты слышал, как они епитимии дают, какие епитимии? Там, прочитай там 100 раз «Отче наш», там, или «Богородица» прочитай 20 раз. И все, это вся епитимия. В любой момент приходи, причащайся, просто приходи, какой ты есть. А какие там грехи? А грехов, как ты знаешь, как сам грешник, и я тоже знаю такой же. Ну вот насчет епитимии, я еще тоже хотел порассуждать. Да. Видео включи, значит, смотри, патриарх Кирилл, недавно я смотрел ролик, вот эта концепция Русской Православной Церкви, то есть если человек вступает во второй брак, то есть он должен понести епитимию, он несет епитимию, его там отлучают, там поклоны или что там делают, и после этого он может вступить в этот прелюбодейный брак. При условии, что он понесет епитимию. На мой взгляд, епитимия – это покаяние, то есть она должна после греха совершаться. То есть ты совершил грех, ну, там сблудил, например, ты идешь, тебе назначают епитимию, и ты какое-то время в церкви находишься, там 3 года, там, или сколько там, 7 лет, или там, и общество видит, что да, ты искренне каешься, и ты больше в этом не замешан никогда. И тебя прощаются, и ты опять через там 3 года, как это со мной было, идешь, и тебя допускают до причастия, видя твое. А если ты видя твои ревностные дела, если ты там идешь, допустим, там какие-то там дела милосердия творишь, там, ну, добрые дела противны этому греху. А здесь что получается? То есть изначально при условии, то есть если ты каешься во втором браке прелюбодейном, ну, вечный, допустим, брак у тебя был. Сейчас уж не говорю о других, там, до крещения или после, другой вопрос. Там же о венчанных браках идет, то есть второй раз венчают. То есть ты сначала должен покаяться в том, что ты будешь прелюбодействовать, брать вторую жену, осознать, и спокойно можешь этот грех, прелюбодейный брак заключать. Вообще мне непонятно. Ну, вообще, ты говоришь о сегодняшнем практике или вообще по канонам? Непонятно. Вообще по канонам. То, что сегодня творится, это понятно. По канонам нету венчания. Если ты венчан был, второй раз не венчают. Венчание — это одевают венец на голову. Это венчание. А просто бракосочетание есть и все. А третий раз уже только через епитимию. Третий раз. Епитимия идет, а потом только. И а четвертого не бывать. А женщина после 60, как рассверепевшая, замуж не должна выходить. Если 60 исполнилось, все,
Ну, какая третий, оставайся. Нет, там и Эпитимья говорится, третий брак это вдовствующие браки, да, вторые повторные. Ну ладно, хорошо. Я давай тогда о сегодняшнем положении. Вон сегодняшняя концепция, она в каком году ее сделали-то? И он на основании Слова Божьего читает патриарх. А не было никакой концепции. Это сейчас вот ее придумали в 2002 где-то году. А до этого-то ничего не было. До этого все нормально было. А как она прошла-то? Почему собор это все и утвердили? То есть ты можешь спокойно заключать прелюбодейный брак, и при этом главное осознавай, что я это... Я не думаю, что какой-то устав есть. Нету. А ты что, читал, что ли? Что можно там или что? На волю епископа отдано, и каждого. Каждого причем. И это было еще до революции также. На развод тоже там могли развести. Также епископ мог подписать развод. Печать поставить, развод, и все, и ты разведен. Так что это еще с тех времен ведется. А никто по уставу и тогда не жил сильно. А кто жил-то? Ну, посты соблюдали крестьяне, а в городах-то это не так уж сильно и соблюдалось. Так номинально все было. Городовые, если смотрели, ходишь ты в церковь или нет, до чего дошло уже. Городовой, ну, участковый придет к тебе и скажет, ты что сегодня в церковь не пошел? Ну это до чего дошло уже? Вот такая была вера, поэтому Господь революцию нам и дал, чтобы немножко охолонулись. Это теперь надо вообще быть из ума выжившему, чтобы говорить, что у нас православных 70%. Какие это православные это сейчас? Это как мы карикатура, а другие что вытворяют. Поэтому так, на вопрос... Почему только наша община спасается, можно ответить. А кто сказал, что наша община спасается? Так тешим себя иллюзиями и все. А спасемся или нет, кто знает. Кроме Бога. Желание большое. И каноны немного знаем. Ну как немного? Надо их все знать, чтобы все исполнять. Хорошо. Спаси Христос, брат. Идем дальше. 1 Коринфянам 6. 11. И такими были некоторые из вас, но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. Толкование. Размыслите, говорит, от каких зол освободил вас и какие блага даровал вам Бог. И вы подвержены были всем вышеисчисленным порокам, но Он очистил вас от них, и не только очистил, но и освятил. Каким образом? Оправдав вас, сначала омыл вас, потом, оправдав, освятил, не именем того или другого учителя, но именем Христа и Святым Духом. То есть Троица даровала вам эти блага, ибо сказав, что Бог освятил именем Христа и Святым Духом, выражает не что-нибудь, но именно Троицу. Вопросы. Но здесь на что как бы хочется обратить внимание, то есть на слово «были». Такими были, то есть были блудниками, были прелюбодеями, были, вот. После крещения это вообще не должно даже именоваться. А у нас такое поверье, то есть на крещение идут, в крещении все грехи, я имею в виду праздник крещения, все грехи смываются. Пойду я смою эти грехи, и ну смыло, дальше, вот, дальше ты опять эти же грехи-то начинаешь делать-то. Как вымытая свинья идешь валяться в грязи, как пес идешь на свою блевотину, и толку в твоем омовении. И крещение это тоже спрашиваешь у людей, для чего крестился, они ничего не могут понять. А можно еще тут кое-что заметку сделать? Вот мне интересно, вот братья, вот сестры, которые вот сейчас вот уходят и так далее, не остаются, не общаются. Вот они как себе представляли свою жизнь, которая будет вот в общине? Я вот себе четко ее представлял. То ли у меня воображение такое богатое, то ли читал нужные книги.
как Высоцкий говорит, значит, нужные книги в детстве читал. Я всегда знал, что должно быть общение. Первый раз, когда у тети Аллы Петеримовой пришел, и там сидела молодежь с Евангелием, с Новыми Заветами, вот эти Гильоновы братья, я сразу к ним подскочил, начал разговаривать. Смотрю, они от меня рассосались все. Рассосались, это значит, вот были, четыре человека сидело, и вдруг хоп, никого не стало. Друг дружку мне подставляют, и чу-чу-чу, куда-то убегают. Я даже удивился. Ну, потом, слава богу, Алексей пришел, Загуляев, поговорил со мной хоть. Да и потом пришел еще Анатолий Кузьмич, баптист, хозяин семьи, тоже поговорил. Ну, тут хоть еретик так разговаривает, места писания и так далее, хотя бы ты Слово Божие послушаешь. Но это вообще пригодится в жизни. А так, а у нас почему этого нет? Они как не хотят общаться. Вот, допустим, Андрея нашего взять. Он у Игната Тихоновича 3 дня прожил. Потерял смысл жизни. Ему сказали, на занятия ходи, трудись, смысл жизни восстановится. У него смысл жизни опять восстановился, только чтобы от нас убегать. Сейчас не поймаешь опять его никак. На занятия 100% не остается, опять не выходит никуда, нигде нету. Это мы говорим о том, который ближе нам. А те, которые вообще никуда не выходят, их нет и нет, как будто нет. Ну вот Игнат Тихоновичу помогут, слава богу, еще чем-то, и все, и не. А если бы не было этого таланта, то и захрясли бы уже вообще, ушли бы, наверное. То есть прежде, чем тебе попасть в общину, в такую, ты должен воображение это включить, тебе придется общаться с людьми, а не обижаться через каждое слово, бегать с красными глазами, за угол растираться. Что это такое? Никуда не годится. Нужно быть твердым, мужественным, как говорит Господь. Все принимать и обсуждать сразу. А иначе какое христианство-то? Господь говорит, имейте общение, если вы ходите во свете. Библию все читаем, толкование святых отцов. Вот братья, сестры сидят, старшие здесь. Никто никого не обижает. Что за такое отношение к другим людям? Непонятно. Как вы общались с мирскими людьми? Тоже непонятно. Вот все. Так, вопросы по прочитанному есть. То есть еще раз говорю, что от каких зол освободил вас? То есть Господь освободил, то есть вы это зло больше не делаете. То есть были до крещения, были, покаялись. Переменили свой ум, возненавидели этот грех, и больше эти грехи никогда не делаете перечисленные. А не так, что совесть меня мучает, дай-ка я пойду покрещусь, и дальше пошел опять то же самое делать. Это не искреннее покаяние, и это прощения в таком случае нет. 1 Коринфянам 6:12. «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною». Толкование. Так как и прежде говорил о соблудившем, и скоро опять будет говорить о нем же, то вводит речь и о чревоугодии, ибо от чревоугодия преимущественно происходит страсть блудодеяния. И так, говорит, позволено мне есть и пить, но вредно для меня принимать пищу и питье не в меру. Я, говорит, господин над пищей и питьем, но если буду употреблять их не в меру, то из господина сделаюсь их рабом, ибо кто пользуется ими как должно, тот господин над ними. Напротив, кто впадает в неумеренность, тот уже не господин, а раб их, потому что в этом случае пресыщение делается его тираном. Видишь ли, как того, кто почитал себя властелином, апостол показал подвластным. Смотри, каждый из коринфян говорил, мне можно предаться наслаждениям. А апостол говорит, ты предаешься им не потому, чтобы имел власть над ними, а потому, что сам подлежишь их власти. Ибо доколе остаешься невоздержанным, не ты имеешь власть над чревом, но чрево над тобой. Ваш Бог чрево, есть такое еще местописание.
Да, страшная страсть чревоугодия, когда ты не можешь сказать себе нет. И толкаешь себя. Содержание чревоугодия. Ну, поясни вот это. Сколько еды, как там и что. Ну, коротко, ну, чтобы понятно было. Это же как бы легко. Ну, не объедаться, не пресыщаться. Из-за стола нужно выходить с чувством легким, с чувством легкого голода. Вот. Если вот Игнат Тихонович из речения, не знаю, его это или нет, он говорит, если ты после еды наелся, или как? Если ты объелся, ты уже отравился. Отравился. А наелся, ты переел. Да, да. Наелся, вот если ты до сыта наелся, ты переел. То есть не воздержался. А если ты объелся, отравился, то есть организм твой отравлен, токсины, и ты не можешь в этом состоянии делать, тело такое уже грузное становится, ленивое, ты, оно тебе не дает тебе делать богоугодные дела. Да и вообще никакие дела. Когда ты объешься, тебе хочется поспать, как правило. И поэтому сон после еды – это преступление. Я всегда это слышал. Это преступление. Вот, то есть ты себя отравил этими токсинами, лег спать, и лень, без лени вошел, и там, ну, там и без блуда тебя, и они друг за друга, один друг за другого начинают цепляться. Верный в малом, на многом тебя послал. Если ты не верен вот в пище, просто ну, переел, все, то и дальше ты неверный окажешься. И можешь и невоздержание показать и в женщинах, и там в вине, там, как один монах не хлеб и вода, неплохо бы, чтобы не просто вода была, а курочку там свои. Да неплохо бы и курочку съесть, неплохо бы эту курочку вином запить, ну а потом неплохо бы и женщину уже. И пошло-пошло-поехало один за другим грех. А все началось, что неплохо бы вот бульон куриный. Ну, съел ты хлеб и вода, твоя монашеская еда, и успокойся на этом. Значит, Господь нам 200 дней постов в среднем в год правильно дает, да? Конечно, если бы их не было, то ну, хоть во время поста начинаешь там себя воздерживаться, когда поста нет, лучше всегда воздерживаться. В этом году Петров пост будет почти месяц, как раз где-то на 100, на 200 с лишним дней выходим. Но надо же также и в скоромной пище, то есть не просто там смена блюда начинаешь там травой объедаться, можно и кашу съесть ведро и тоже полноситься. Хотя ты пост соблюдаешь, ты мясо не ел, молочного не пил. А ведро каши постное заглотил. Так, ну идем дальше. По чревоугодию все остальные грехи плотские идут. То есть на нем вообще все держится. А его заглушил, и все остальное заглохло. Многоспание, чревоугодие. Вот и лень, вот на нем все. А как вот даже сердце, Нил Сорский, по-моему, говорил, что сердце смиряется от трех видов нагрузки. То есть это малое чрево, то есть меньше еды есть, меньше спать и больше трудиться. И вот от этого смирение появляется сердечное. Вот. Включи видео. Что за смирение сердечное? Поясни. Ну, тоже и есть, какое и есть смирение. То есть, вот какие, что подразумевается под смирением. То есть, то, что ты больше, как бы я как это понимаю, про какое он смирение говорит. Но то, что ты зависим от Бога. То есть, ты не гордый. Смирение, что такое? Гордость, ты сам такой, сам от себя, то есть, думаешь, что все от тебя зависит, и из этого все исходишь. А когда ты смиренный, то у тебя полная зависимость от Бога. То есть ты все от Него черпаешь. Ты, у тебя молитва идет по-другому, ты читаешь Священное Писание, и для тебя каждое его слово как, ну, как ценность великая. Это смирение и есть. Да.
Да. Ну вот, прошу помолиться, я не знаю, Рустик с нами или нет. Подвиг он первый в жизни совершил, то есть он 3 дня без воды и без еды. С моего, так сказать, благословения и настояния, очень гордый. И он осознал себе этот грех, гневливость такой вот. И я говорю, давай эту жабу постом дави, у меня есть кое-какой опыт в этом отношении. Ну и гордость еще надо тоже давить, раз он гордый этим. Правая рука не знает, что сделала левая. Вот. И он, когда из трехдневного поста вышел, он ощутил, что нет, недостаточно. Я, говорит, еще не весь себя. Ну, у него то вот там живот появился. И говорит, я, говорит, этого мамону додавлю. Взял благословение, Игнатий Тихонович, я еще раз. Ну, второй раз трехдневный пост сейчас. Я ему порекомендовал среда, четверг, пятница. Вот он пропостился. Сейчас суббота, воскресенье, понедельник, вторник, перерыв. А потом со среды он второй раз пойдет на второй заход. Вот. Но, говорит, очень жажда. Есть, говорит, неохота, что удивительно, есть вообще неохота. Очень сильная жажда. Вот. Ну, терпи, говорю, жажда. Хотя говорят, что если с водой, еще почему-то тяжелее. То есть тогда уже желание есть тяжелее переносит, чем желание пить. Вот. А с вами наоборот легче, когда с водой, да? Мне тоже с водой. С водой легче намного. Вот. Ну, кому как. То есть мне, честно говоря, тоже с водой полегче. Мне легче перетерпеть. Желание есть, чем желание пить. Желание пить очень слишком желание. Но желание пить можно удовлетворить в рот, пополоскав немножко хоть что-то как-то. А брюхо-то не пополощешь ничем, кашей там его. Так а он мне с писания это сколько это разучил? Ну хотя Библию-то читал в этот момент. Это же не просто пластиси. Да он читал до этого Библию, да, но слабоват. До этого надо в этот момент и читать. Да, и главное с карандашом, бумажку и карандаш. И вопросы записывать, какие возникают. Даже самые несущественные. Он Златоуст говорит, одной йоты не пропусти, которая в Слове Божьем. И она значит очень много. Христос говорил же о йоте. Так и мы тоже. Поэтому это раз такое дело уж пошел тогда... Самое главное, это не пренебрегай разумением, которым ты побеждаешь сатану. Ведь этим молитвой и постом сатана побеждается. А как молиться, мы знаем, когда читаем Священное Писание. Как правильно молились святые, как Господь учил. Ну, что характерно против молитвы и поста, монахи как хитро стали. Послушание выше поста и молитвы. Да что может быть выше, если Господь заповедовал эту битву с сатаной? Послушанием, говорит, однако можно его сатану победить. То есть они умнее Бога поставили себя, получается. Господь четкую дал установку, как бороться с бесами. Только постом и молитвой. Брат, ну они поступили так, как все священники поступили. Залезли на Моисеево седалище, а... И всем указывают, что делать, а сами, говорит, перстом не хотят пошевелить своим. Это чисто вот властолюбие, да, двигало ими, когда они такое вот придумали о послушании. Ну, хотя бы... Ну, еще, это, Бога нет на земле здесь. А когда придет Машиах? Да кто его знает когда? Еще не скоро. А пока мы тут его заместители. Поэтому, ну, и теперь и делаем, что нам угодно. Сказали, а сами не делаем этого, а другие пускай делают. Вот так. Видишь, послушание, оно... Почему это, оно так сильно, они говорят, что оно сильно? Оно действительно сильно, потому что это отключает человеку... То есть он перестает полностью верить в свои мысли, в свои, то есть мышление. И полностью доверяется Аве. И то есть дьявол что-то не делает с ним, не может, потому что он ничему не верит. А вот тут вопрос-то только в чем, что... А если Ава... не руководствуется писанием, то ты идешь не туда, получается, не за тем. Слепой ведет слепого, оба упадут в яму. Да, да. В этом-то опасность. А если вот по писанию, то он его нормально научит.
Кирилл в Иерусалимском. Послушание действительно ничего, он дьявол изгоняет. Послушание, оно сильное, потому что то ты не мыслишь сам, то есть ты ничему не веришь, что тебе в голову приходит, а тебя наставляет Ава. Действительно сильно. Понятно. Они же там и постятся, и молятся, все это у них там есть, у монахов. Братья, я вот задам вопрос вам. Вот сейчас вопрос задам, а ответьте. Господь дает притчу о сеятеле. Вышел сеятель сеять и рассказывает эту притчу. Только о сеятеле. Ну и там, говорит, первое зерно упало при дороге, второе на каменистом месте, третье упало, заросло теленями и волчцами. Все вырастает, ну, помаленьку. А четвертое дало добрый колос. 30, 60 и 100. Все. И конец притчи. И после этого апостолы к нему подходят, ну или он к ним там. И он им спрашивает. Они спрашивают, а о чем притча? И он им отвечает, вы что, этой притчи не поняли? Я задаю вопрос. Значит, Христос сказал эту притчу и не хотел им ее растолковывать. То есть они сами, апостолы и все люди, он людям говорит, всем. Они должны были понять, о чем идет речь. Вопрос задаю. Люди должны были понять, о чем идет речь в этой притче. Потому что Господь не хотел давать толкование. Он говорит, вы что, не понимаете? А как другие тогда притчи поймете? И только после этого начинают им растолковывать. Ну, я, ладно, тогда сразу скажу ответ, потому что не буду вас задерживать. Ответ таков. Господь желает, чтобы мы думали сами. Нету такого понятия, что кто-то тебе сказал, и это будет истина только в последней станции, ты за ним должен идти. Ты должен идти только за Христом. А пользоваться толкованиями святых мужей, так же, как и святых мужей, которые нам Слово Божие записали через Господа. И толкования тоже такие же святые мужи, которые нам оставили его. А теперь дальше там уже те посредники, которые оставлены, это учителя, они нам известны, церковные и так далее. Про монастыри, что там иди туда, посади змеи с корешками, и там иди камень туда, носи, потом сбросим, обратно таскай. Об этом ничего не было сказано. Господь, он премудрость. Если что-то делать, так это делать тогда благословение Божие, для прославления его имени, для его, премудрости его, а не бестолковости. И апостол Павел-то какие послания пишет? Бестолковым быть не приходится, чтобы их нормально понять-то. И только верующий может понять, да, это совершенно верно. А не было же этих книг-то тогда в монастырях. Одну книгу написать, это невозможно было просто. Это вот сейчас там люди, вот смотришь документальные фильмы, и люди сейчас начинают понимать, что такое была книга раньше. Вот Библия, допустим, она же очень большая, 1000 страниц. У нас сейчас книгу Библия купить, она хорошо стоит. А тогда ее писали только на пергаменте, бумаги-то не было в те времена. Бумага там только в Китае зарождалась еще. А у нас только пергамент был. Ну, папирус у этих был, у египтян, но его тоже там было, раз-два я обчелся. Тоже забыли технологию, как его делать. Только вот ягненок, овечка, козленок, растягивали эту шкурку, там писали. Причем даже лапочки эти выделывали, бедненьких этих зверюшек, чтобы там тоже писать. То есть книга это была, ну не знаю, что это, как сейчас сказать, я даже, как космический корабль, который на Марс должен полететь. Говорили, что стоило нескольким людям полностью окупить всю жизнь, чтобы они могли жить. Несколько имений, вот так вот. И поэтому книг-то не было, что-то где-то прочитали, кто-то услышал там, или может какая-то там пергаментика маленькая. И вот так и получилось, что... Вот такая бестолковость такая вот и пришла. Как сказал один святой, прочитали ему там, что там, береги там уста свои. Он дальше стали читать, все, мне этого хватит. И побежал там, я побежал исполнять все. Как это можно, что исполнить, когда тебе прочитали одно предложение из Слова Божьего? А там говорили, да, ангелы там учили. Ну вот, сегодня Игнат Тихонович вспоминал этого святого, которого ангелы учили. Учили ангелы, поклонился бесу. Поклонился ему. Сейчас, говорит, тебя будут забирать на огненной колеснице. А там копыта. Все, и разум потерял. Может быть, так и с другими получилось. Потеряли разум, простоту во Христе. Надо было около книг собираться-то.
если не знаете, да и от себя не придумывать ничего. Недаром у нас сейчас заучивается все наизусть. Да еще глава стих, чтобы знать. Да еще изучаем, в какие годы произошло написание это, кто писал, по каким причинам было написано. Ну вот Савва Дорофеем случай был, он рассказывал. Он в монастырь какой-то ездил, ходил, там изучал, как братья живут. И вот он рассказывает, что, говорит, ну вот какое-то там как столовая, и какие, говорит, там братья, какие смиренные. И случай рассказывает, там у них как настоятель, а вот там какой-то их святой. И вот они с ним беседуют. И он его спросил, а что такое, вот покажите, какое, что смирение. Ну, что-то такой вопрос он ему задал, и тот говорит, ну смотри. И там братья кушают, и он раз какого-то брата позвал, тот, ну, сидел прямо за столом, кушал, и тут резко вскочил и к нему подошел. И все, они дальше с Саввой Дорофеем беседуют, этот настоятель, а тот так и стоял. И говорит, сколько мы беседовали, столько он так и стоял перед ним, и ни слова не говорил. И Савва Дорофей удивляется, говорит, брат, как ты так, говорит, как ты такой себя простоты довел? А он говорит, а говорит, это передо мной стоит, я, говорит, представляю, что это передо мной стоит Христос. И поэтому я стою, пока он мне не скажет, что надо делать. То есть у него там еда остынет, ждет, он стоит и не двинется с места. То есть какое послушание? Если бы он сказал, братья, встанем и Слово Божие будем учить, я понимаю тогда это. А то встать, показать дисциплину эту. У римлян она больше была дисциплина. Там ни один перед мечом не мог отступить. Всех только в грудь поражали. Если в спину тебя кто-то проткнул в спину, то весь твой десяток, весь этот легион могут тебе поставить в децимацию смертной казни через каждого десятого. Так что дисциплина это одно. Когда вот со Словом Божьим связано было бы это. И тот же там Досифей был, этот Дорофей, не мог ему ответить на вопрос, Досифей все сказал. Вот тут же в Евангелии написано, то есть, значит, у них что-то было там, что читать. И он вот так достал уже, этот молодой Досифей, он воин был там, 25 лет ему было, бывший, в монахи ушел. И он говорит, пошел этот Дорофей, и говорит этому Досифею, Дорофей, ты иди к настоятелю, он тебе там все объяснит. И он пока там что-то там собирался, он побежал быстро к настоятелю, этот Дорофей, и говорит, сейчас придет Досифей молодой, ты уж ему как следует покажи там, что к чему, на его вопросы по Евангелию. Он говорит, хорошо, покажу. И он приходит, так и так, вот, не знаю, как задать вам вопрос такой, какой вопрос? Да вот, по Священному Писанию. Ах, тебе вопрос, берет палку и давай его лупить. И так излупил этого Досифея молодого, что он там болел-болел и через какое-то время скончался. Вот это вот я верю, что такое было. Вот это отношение к Слову Божьему. Вот это объяснили. Так он вопросы задавал духовные, не то, что как у нас тут вопросы задают. В юбках священники там или еще в чем-нибудь там. Ну, то есть вопрос должен быть духовный, такой, по Евангелию. Настоящий вопрос, а не вот не галиматью собирать где-то слухи какие-то. Так, брат, у нас время. Вопросы, как найти хренчу? Так, вопрос от... участников трансляции. Значит, чем Артем Соколов, чем проповедник отличается от пастора? От пастыря или от пастора? От пастера написано. Ну и то, и то можете объяснить. Пастер это был, который изобрел вакцину. Вакцину. Так он что спрашивает? Ну, смысл, я думаю, человек опечатался, чем проповедник отличается от пастора, ну или от пастор, пастыря. Уже не православный. Значит, еретик. А еретик может быть и проповедником. Ничем он не отличается. Только этот руководит, а этот просто не имеет этой должности. Они то же самое назначают. Вот свидетели Иеговы.
Руководитель называется генерал, следующий подполковник. А у них никакого звания нет, они сами придумали. Так и эти. Если говорить про... Задал вопрос бы такой, чем проповедник от священника? Но если священник может таинство преподать, а не священник, проповедник, он проповедует Слово Божие, живое и действенное. Но этим проповедником может быть и сам священник совмещать себе, и должен совмещать. Поэтому чем отличается рядовой от начальника, чем он отличается? Званием? Властью? А кто больше? Тут можно бесконечные вопросы задавать. Спаси Христос, понятно. Так, вопросы еще, пожалуйста. Так, значит, вопрос вот от Марины тут был. Есть ли в нашем уставе такое положение, что все обязаны оставаться на собрании? Нет такого. И не было никогда, и не будет. Добровольно, то есть. Конечно. На принципе добровольности все, да. Ну а с другой стороны, люди могут сказать, ну а если нет этого в уставе, что тогда вы про это все говорите? Это же добровольно. Ну ушли, ушли. Главное то, что в храме побывали. Все, ушли, все. В уставе этого не было. Вот они ушли, ушли, ушли. Их и нету. Если бы было это в уставе, то все равно бы ушли. Как батюшка говорит, насильно же никого, мил, не будешь, не затащишь его на проповедь. Только сказали бы, что вы сектанты. Так, подождите, вы один за другим-то не выходите. Помолчите маленько, мы уже много сегодня наглаголили. Когда мы открываем соборное правило, там написано, два или три воскресных дня презревший, и дальше ему наказание какое. А про субботу вечером ни слова не сказано. И они не ходят, и мы не можем ничего им сказать, только говорить можем. Никакого наказания нету даже по канонам. И мы должны согласиться с этим. Все. У нас он, я вижу, юрист есть, Игнатов, Сергей Егорович. Они дотошные в этих правилах-то, и он знает, что это именно так. Они бьются-то, юристы, не за правду, а за то, чтобы не нарушить написанное. И который лучше знает, он выигрывает процесс. Ну, как адвокат дьявола. Что Сергей еще? Егорыч, как там тебя? Выгнали тебя? Ну, написано, что во Христе... кто живет, будут гонимыми. А если еще и грешник, так повод для этого есть. Я 3 года тому назад свою жену повоспитывал плеткой, когда она на священника в интересном состоянии сказала, что он якобы, ну не буду повторять, да, вот, но я взял и, так сказать, в руки ремень. И потом исповедовал этот грех. И вот я буквально... 3 недели тому назад другой уже священник благочинный, который мне в сыновья годится, был он у отца Николая послушником, заявляет, что я занимаюсь рукоприкладством своей жены, которая выпивает. Ну, что я скажу? Конечно, тогда на собрании, которое было 23 января, когда пытались... Ну, провели своего рода перерыв. Я маленько перебью. Про этот грех больше никто не знал, кроме твоей жены и тебя? Ну, никто же не рассказывал никому ничего. А зачем? Это наши внутренние дела. Вот жена разболтала. Нет, нет, нет. Она осознает свою вину, что не права была, когда употребила не то, что нужно. Она осознает, что она была не права, так это и не грех никакой. Ну, вразумил ты ее, если она поблагодарила тебя за вразумление-то. А то, может, ее обидел, тогда это грех этим. Нет, у нас в моей семье это не принято. Оно ни к чему, да. Тем более, что у нас такой духовный учитель, который
знает, что нужно сказать и что делать. А потом бесполезно кого-то плетко воспитывать. Тут, если Господь не исправит человека, то свободного, то ничего ты не сделаешь. Свои мозги, свой ум никому не навяжешь. Одно дело бесполезно, а другое дело грех. Это два разные вещи. Да. Ну ладно, давай не будем. То есть он нарушил тайну исповеди, по-твоему, как бы сказать, вот этот молодой священник. Ты так думаешь, да? Ну, молодой священник, я ему ничего не исповедовал. Я исповедовал его, так сказать, своему настоятелю, который был, у которого этот нынешний благочинный был когда-то пономарем. Но он мне по возрасту сыновья годится. Так, ну не важно, у нас время ограничено, давай ближе к теме. Но я написал заявление на имя правящего архиерея, чтобы он наложил вето на это собрание, потому что оно было нелегитимным. Там собрались люди, которые не обязательно являются членами нашего прихода, просто собрание людей. Половина людей, которые вообще не являются, не писали заявление о вступлении в приход. Вот. Ну, этим воспользовался благочинный и, подобрав нужных людей, провел нужное ему решение. Отошел. Понятно. Помоги тебе, Господи. Ну, твои юридические знания, думаю, здесь вряд ли помогут. Хотя там у них власть. Давай, брат Роман. Ролик, побыстрее. А Игнатий Тихонович, это вот несколько занятий назад я задавал вопрос. Как нам относиться к священникам, которые, получается, у Алексея Ильича Осипова учатся, и, значит, на пятерке ему сдают, там, получают у него зачеты, значит, все правильно говорят, как он говорит, что якобы причастие, оно не истинное тело и кровь, он говорит. Иначе мы были бы людоедами, он так говорит. Можно не доеду. Он так говорит. Вопрос. Вот как нам? В чем? Когда как нам таким священникам относиться? Писание об этом говорит. О чем рассуждать-то? Он неверующий, говорит это. Ну и говорит и говорит. Ему дано эта возможность. Придет время, он не будет. Я говорю я про священников спросил. Я про них отвечаю. Как нам к священникам относиться? Ну, так же, как к неверующим священникам относиться. Они в это не верят, и все. То есть, они поверили лжи, получается. Ну, то есть, все равно они остаются священниками. И таинство их причастия, оно совершается, несмотря на то, что они, получается, верят, да? верят в ересь. Это хилиазма. По-моему, да? Вопрос в чем, что если священник не верит в то, что это тело и кровь, то оно, что твоя вера в этом не поможет, да? Ты так думаешь? И таинство не состоится, да? Ну, вопрос-то изначально был в том, что когда я спросил Игнатия Тихоновича, значит, если баптисты будут священники нормальными принимать, да, священство наше, то будет ли он у них причащаться, несмотря на то, что они вот считают, что это не тело и кровь Господа Иисуса Христа. Вот. Игнатий Тихонович стал говорить, ну как же они будут принимать, если они будут священниками, они как наши принимают. А я говорю, наши-то тоже не все принимают вот это учение, что это истинное тело, истинная кровь Иисуса Христа. Это первый раз слышу такое. Ну как, если Осипов учит их, что это не истинное тело и истинная кровь, а они ему сдают и получают у него экзамены, сдают ему, значит, они также и говорят, да, это не истинная кровь, не истинное тело Иисуса Христа, хвала ему. Значит, они так и понимают это, как он говорит Осипов. Я вам отвечаю. Ну, тебе больше известно. Отвечаю, что... Игнатий Тихонович, отвечайте. Нужно сразу сообщить архиерею, а к нему не подходить, как к богохульнику, и все. Найди другого священника, а это должен быть извергнут из сана.
полностью запрещен и извергнут, как кощунник. Все, я и отвечал так. Но, Роман, он же выходит, священник с чашей, говорит, сие есть тело, это же там же слова, они на церковнославянском, но их там никак не изменишь. То есть они, не веря, все равно это повторяют. Осипов же тоже причащается, он же тоже знает это об этом. Говорят, что его даже какое-то время не причащали из-за этих его слов. Но потом он где-то там у кого-то все равно там стал причащаться. Они, не веря, слова произносят, вот эти неверующие священники, которые причащают, что сие есть тело и кровь. Перед тем, как выход, батюшка же выходит с чаши, он говорит, сие есть тело и кровь, сие есть. Он цитирует Новый Завет. Сережа, брат ты мой, ну ты видишь, парень не в себе, ну придумывает вопросы из пальца высасывает, ну чё вы как маленькие? Бы какие-то. Что попало, напридумывал? Скажите ему и все прямо, чтобы не выдумывал, что попало. А что я выдумал? То, что Осипов так считает. Хватит городить от себя тяну всякую. Это все знают, это он сам говорил об этом, что. Ну ты упорный вообще, капитально. Ну ты Хватит ролик сюда в чат скинь, чтобы брат не верит, Игорь Добунов. Ты на что ссылаешься-то? Выстави ролик в интернете, там видео подделать, то вряд ли возможно. Сейчас ну, хотя бы. О чем он говорит? Раз Осипов сказал что-то священникам этим, а он их преподаватель, то они в это поверили и это приняли на вооружение. Ну ты что-то из пальца-то высасывать уже совсем. Во-первых, мы не знаем про Осипова до конца. И во-вторых, мало ли что он там скажет. Они вообще ничего не слушают. Они исполняют то, что им сказали, и все. Они, может, сроду никогда не верили в это. Ты вспомни жития святых, когда причащали, а там эфиопы стояли и этого священника под лавку закатили, а причащали людей ангелы, а священника там и в помине не было. Может быть, у нас только одни ангелы людей причащают вообще во всех храмах. Давайте дальше, это вообще тут на ровном месте мы. Следующий вопрос. А это духовный вопрос. Игнат Тихонович, такой вопрос. Не от меня, но от другого человека. Женщина. Она начала поступать по-христиански, по Библии, одеваться по-христиански, носить платье, перестала краситься и прочее, и прочее. И священник, точнее муж, естественно, начал ее там бронить, ругать и прочее, давить на нее. Она и священники тоже начали на нее говорят, что ты соблазняешь мужа, он из-за тебя будет прелюбодействовать. Она и назначили ей епитимью такую, начать краситься, одевать джинсы и быть послушным мужу. И вот она не знает, что делать. Как это? Что делать? Пускай она прочитает житие Марии Галиндухи, и она узнает. Феоклы, таких много. Чего они не требовали? Они стояли на своем, и ничего не было. Они были взяты Господом. Вот он, муж такой-то, сказал, да какое-то значение перед вечностью имеет-то. Даже уста бы свои не поганил этими словами. Вот я сколько живу, знаю со священниками, с архиереями, но такое, чтобы таинство не признавал при причащении, не встречал и не слыхал даже. Я не говорю, что он роман придумал, я не знаю, но я не слыхал. Конечно, если это Островский, священник есть такой Пархоменко, то да, я поверю. Они могут что угодно сказать, что ветхозаветные книги, там все это басни еврейские. Его терпят, его никто не извергает. Его, как лютого волка, надо обходить за версту. От него волчатина и прет. Вот и все. Ты же сам волен.
не привязан к одному месту. Отойди, но обязательно архиерея уведоми, напиши патриархию. Мне вот надо было показать несправедливость по отношению свидетелей Иеговы. Я написал 4 письма президенту Российской Федерации Путину, Государственной Думе в Москве, Министерству юстиции и Генеральному прокурору. Я от 3 уже получил ответ с благодарностью. Я сказал, они невиновны, что отняли. Экстремисты такой, наклеили им ярлык-то, а они не экстремисты никакие. Они хорошие граждане, работники, семьянины, но они еретики. Но государство-то не теократическое, и поэтому... Какие бы они ни были в вере, они для президента должны быть как свои сограждане. Он гарант Конституции. А там написано, как бы человек верил или совсем не верил, он имеет свободу на это. Я все эти статьи выписал и всем послал. А они все равно, я говорю, верните, что у них отняли. Да как что? А они еще послушаются, мне не надо думать. Это все Бог берет на себя, мое... Дело быть верным ему. Ты видишь, говорит, приговоренных на смерть, и скажешь, не знал. А разве Господь не знает про это? Считай притчи Соломона. Их приговорили к смерти. А они лучшие труженики. Что интересно, у Гитлера в лагере сидели коммунисты. Некоторые вышли на свободу. Евреи некоторые вышли на свободу. И они вот эти сидели, биберфоршеры назывались, исследователи Библии. Больше сам процент освободились они от цыгане, евреи у Гитлера, да, в 2 крайних полюса, уничтожались полностью, сжигались живьем. И к ним была нерасположенность, они заранее говорили, что Гитлер потерпит крах. Они очень стойкие. Вот в советское время их Сталин тут душил, вот я сидел с ними в одном лагере, 2 молодых свидетеля Иеговы, Гончар, вот фамилия его. Вот так. Хорошие ребята, но Библии не давали. Другой буряк. Были мастерами по ремонту на швейную от всех и машин. Они мне завидовали. Вам, говорит, Библию разрешили, большую Библию, патриаршую. Да, разрешили, просфоры были. А им ничего не разрешали, тоже несправедливо. Я бы только о себе думал, так а я о них ходатайствую. Ну вот так. Можно вопрос? Игнатий Тихонович, можно вопрос? Да, конечно, можно. Что спрашиваешь-то, миленькая? Давай. А когда Давид перепись совершил, почему он раскаялся? А почему мы знаем, что не раскаялся? Где это сказано? Когда его он посылал Иоава, а он не шел. Ему-то нужно было узнать не количество людей. Это переписывали кому 20 лет до 50 лет, только мужчин. Узнать, какая армия. И он будет воевать. Сколько у него воинов. А Господь показал много и сразу убил 1000. Вот теперь меньше. И он согрешил я. Это и покаяние и есть. Он признал свою вину. Он говорит, то есть он не нас согрешил. А народ-то не виноват, погибает. Он Богу прямо сказал. Хотя 3 казни, которые Бог предложил ему, 3 года, 3 месяца, 3 дня, он избрал 3 дня язвы, чем 3 месяца бегать. То есть какой-то другой смысл был в этой переписи, что не просто народ посчитать? Я сказал, пересчет ходили только мужчины от 20 до 50 лет, призывной возраст. Ему нужно было знать количество воинов, чтобы воевать. Он был очень воинственный. И Господь ему сказал, ты не построишь храм, ибо пролил много крови язычников. И она, эта язычская кровь тоже учитывается. Сын Соломон твой. Поняла. Это. Вопрос от Василия из Харькова. Вы православные, даже здесь собачитесь. Это жизнь по плоти. Чему вы сможете научить нас, протестантов, если вы сами
не живете по духу. Вот ну, правильно замечание знаешь, сделал. Судить-то. Я только хотела сказать, что Павел зачем вы... Ахиль, тебе слова не давали. Игнатий Тихонович, отвечай. Ну, кто хочет говорить, пускай говорят, я не люблю это. Я же в ваши споры никогда не вмешиваюсь. Кто там говорил? Дай ему слово, пусть выговорится, я же не знаю, кто. Это я, Рахиль, говорила. Я вот только хотела сказать перед этим человеком, что зачем вы просите задавать вопросы, и когда вопросы задает, начинаете накидываться очень грубо. А здесь же не только вы, здесь еще есть новые люди приходят. Ну а зачем показывать свою сварливость-то, братья? Ну вот задали вопрос Василий Харьков, отвечай ему. Ну вот я и ответила, не надо собачиться, правильно он сказал. Будьте вежливы, любимы друг другу, терпимы. Накинулись на этого Фроликова прямо гав-гав-гав, гав-гав-гав. Рахиль, там бесконечно будет, там это бесконечность. Вы, это, не надо тут так по-женски реагировать, это бесконечность. Ну, можно же вежливо сказать, ну Фроликов, ты прошлый раз... Роман-то Фроликов парень, хоть и в возрасте, а кто-то мужики есть, прожившие жизнь, а Роман-то парень, надо учитывать его... Нет, можно было мягче сказать. Фроликов, ты прошлый раз... Интернет не удерживает уже этой критики. Игнатий Ильич, скажите вы, пожалуйста, по этому вопросу. Надо смотреть. Вот человек сказал, он протестант, себя так и называет. А он успокоился. У нас, у них нет. А почему? Это они вне церкви, вне корабля утонувшие. От мертвого что можно ожидать? Здесь люди рассуждают о важных вещах. И никакой интонации тут не надо. Господь взял бич и порол. Иисус Христос. Как же так, Господи? Да надо же как-то ласково, да потихоньку. Ты посмотри, когда Елима Волк противодействовал, как ему Павел сказал, ты сын дьявола, враг всякой правды, доколе будешь совращать прямых путей Господних, вот на тебе рука, и ты уже ослеп. Ну так а что, теперь можем говорить, а Павел пришел, посмотрел, не так делает, я противостал им всем, говорит. И Варнава, и Петр лицемерили, даже апостолов не побоялся, он отстоял нам свободу. И поэтому, братья, тут ничего такого не сказал. Он сказал, собачиться, то другое. Тут собака как раз и напала тут еретическая на православных тружеников. Вот и ответ ему. Он вне церкви, значения голоса никакого нет, они обольщенные. Никакого отношения к церкви вообще не имеет. И ему судить людей церковных. Просто и понятно. Почему сразу? А вот он сказал, они тут правильно собачиться. Ничего неправильно. Да, надо воздерживаться и говорить по делу. Роман бывает... Ну, неоднократно уже и заблокировали его, он обращался походатайствовать. Я ходатайствовал, чтобы приняли. Сергей Павлович, как руководитель, спрашивает, принять, не принять. Он не один он такой. И он, маленько погодя, опять задает вопросы. Ну, да вопросы надо обдумать, так это или не так. Отняли времени. Он поверил в это? Нет, не поверил. Опять новая, говорится, ступенька вниз. Это же вера православная. Он не так говорил. Никола Чудотворец по зубам как брякнул этого Ария. Ария остался еретиком, а Никола Чудотворец один из самых великих святых. А что он руки распустил? Не тебе судить. Златоуст говорит, он имя хулит. Ты освети руку его. Дай ему, говорит, чтобы он помнил это дело-то. Закрой его уста ударом. Если ты заступился за царя Плотского, он похвалит тебя, так и небесный. Он хулит имя святое, имя. Прямо призывает. Утихомирить его. Есть канон такой. Если еретики восстают, вот так нападают, чтобы мы обращались к властям. Гляди, распустили крылья. Он судит тут. Ему больше не надо здесь. Выключи его, больше никогда не принимаю. Он ничего не понял, что он еретик. А от еретика ничего не принимаю. И все, вычистилось чисто.
церкви дети Божии, а за пределами враги Божии. От врага слушают. Да зачем это нужно? Ему судить не надо, его никто. Его допустили послушать только с краешку. А он, видишь, как уже расправил крылья. Я вам привожу примеры из Священного Писания. Еретику никогда места не давать. Вопрос он задал, все. А он не принял, начинает комментировать по-своему. Все, в черный список его и на помойку. Он уже избрал себе участь. Аминь. И все-таки я призываю вас, братья, быть немножко аккуратными. Ну зачем кричать? Для других повод не... Вот Рахиль говорит, она... Вот прав... это энергия! Сестра Рахиль говорит, она правильно говорит. Надо воздерживаться, все, но дальше-то надо понимать, от кого и что, то, что я сказал. И все это так, четко и ясно. Можно было не говорить, тут же его запечатать, и все на этом конец. И не считать это даже. Это не вопрос, это хула. И все. Вот вчера наши поехали посетить Василия Николаевича Черепанова. Я бы после вечерни сказал, и они сразу согласились поехать. Ну, больше ничего нету. Ты по, когда наши поехали, второй ролик поставили, когда там были уже, они там были. Сколько хулы вышло на эти ролики, даже там вообще ничего нету. Нечто. Они, как вот говорится, сорвались где-то, псарню целую пустили на их. А ничего там нет, они побыли, недолго ушли. Они должны были принести, накупить ему все, еще ради. У него пенсия есть, магазин рядом. Они ни обстановки ничего не знают, они везде суются, они никто. У них ничего нету. А вот пользуются этой свободой, разные имена придумывают, ники, аватары. Все это ложь, и ложь от сатаны, всякая, он отец лжи. Евангелие от Иоанна 8:44. Их не слушать не надо, ничего, в черный список, и вопрос решен. Мне таких пришлось уже заблокировать больше 15 тысяч человек. Он ничего нету. Говорит, и матерками гонит, и гонит. А у него что есть? Никак. Она что, нападает на детский лагерь, мы обедаем. Он что-то лучше знает? Нет. Конкретно? Нет, ничего нету. Потому что его сатана раздражает. Он ничего нет, он голый. Игнат Тихонович, а помните, у нас рассказов был Игорь? Да. Он же из баптистов в Иркутске был, и причем диаконом. А тут его решили рукоположить в пасторы, пресвитеры. И он задал вопрос им, а говорит, по какому списку-то рукоположение у нас идет? Где этот канон-то рукоположение? Они ему говорят, мы тебе покажем. И в конечном итоге так и не показали. А потом собрание состоялось из-за того, что он пытался с них вытребовать это канон рукоположения баптистского. Его просто выгнали из общины и все. Так что у них бывает это тоже, когда идет речь об истине. И он ушел от баптистов, потом попал в православные, когда узнал, что у нас канон есть, рукоположение, все это, диптихи, список. А то у меня в лагере, кажется, двое ребятишек его было. Да, трое даже, по-моему, трое пацанов. Мальчишки. Точно так, точно. Они тихие ребятишки такие были, ну, баптистские, выросли-то где-то. Но оказалось в тихом омуте. Они везде что-то где-то подслушали, подсматривали, на смех выдавали. Ну, один у меня был там, я сейчас спрошу его. Володя, это Сережа-то был, который... Как его фамилия-то? Не помнишь? Это Сережа, говорю. Володя. Краснов? Ну да, Краснов. Юра Бодю! Юра Бодю! Нет, это Сергей. Ну, а он сидит, а это Нина Жолнерова... Видит, что он поел и сидит. Он говорит, тебе что, не хватило? Он говорит, да. А плов такой хороший, кажется, батюшка мясо дал. Ну, плов настоящий. Она ему полную опять наложила там чашку. Там он такой спортивный парень-то. Он ест.
А эти-то все уже вылезли, а эти два брата-то проходят, или один, и сразу, что, не нажрешься никак. А он ничего не сказал. Доел, вышел, помолился, подошел, как дал ему по зубам. Ну, ясно дело, это тревога, я его наказал поэтому. Но удастся собрались, я их предупредил. И он к вечеру попался, вот этот ехидный парень этого баптиста-то, опять. Вот на этой ябеде, на язвительности-то. И все, они нигде сидят, как старики, не играют ничего. Ни в футбол, ни в волейбол, нигде. А где-то кого-то подкусывают. А этот-то, Сергей-то он его и вогнал в норму. Но я Сергея наказал тоже за то, что руки распускаешь. Ну и а эти, когда попались, я и этих наказал. Это не просто со стороны. Как говорит, каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны. Шатар Уставели писал в «Витязи тигровой шкуры». А ты возьмись. Вот Степаненко Максим, я, говорит, на неделю взял, я не знаю, сколько он. Я не знал, как кончить эту неделю. Они в разные стороны рассыпаются. А я веду их не один, не день, два. В общей сложности, по новому варианту, новому формату, уже 48 лет. А у нас было всегда в среднем 108-109. Распорядись в степи, чтобы было интересно, здорово. Ребятишки выздоровеют, купаются, на лошадях катаются. Травы собираем, ягоды. По березам лазят. Я должен безопасность создать, и под зеленым сукном их не держал. Коров доили. А со стороны, ну, а что особенного? Ну, и создай общину хотя бы. Вот мы здесь сколько собираются-то. Вы не только никто не создали общины, но даже не видели, не слышали нигде. Чтоб жили как одна душа. А вот были, они не остались. Это еще немного говорит. Просто он так воспитан и не нуждается в этом. Но не спешат на помощь. Первое же. Всегда жертвуют. Но здесь не остается. Он так воспитан. То съемки боится, то еще что-то. Надо ты снисходительным быть и в то же время внимательным. А то со стороны видят не так. Ну, организуйте кто-нибудь. Сколько здесь? 16 человек. Каждый найдите еще 16, чтобы можно было в квадрате. И где-то узнайте, есть или нет такая община, где бы все до единого канона соблюдали. По форме одетые были. И эпитемии были накладывались за гриш по канонам. Нету нигде. Нету. Не только в стране, в мире нигде этого нету. Настолько это трудное и сложное дело. А у нас заходят сестры, одетые, даже маленькие дети. Как они прилично одеты. Это надо видеть. Я вот не знаю здесь как. Ну, я, может, не совсем вижу. Я вижу две сестры у нас тут. Она сама тут, Юлия Третьякова, наверное. И вот Гладыщук, Елена. Как они одеты. Как на параде. Только, говорит, открытки делать с них. Вы сами приглядитесь и увидите. И даже в малом деле. Там он увидал я Надежду Васильевну еще да. Одета. Вы всегда старайтесь по форме быть одеты. Фотокарточки замените. Вот Екатерина тоже одета, но маленько. Ну, короче так, вот Елена и Юля. Вот образец. Ну что, все? Время кончилось. Давайте помолимся. Поистине достойно прославлять Тебя, Богородицу, всегда блаженную и непорочную Матерь Бога нашего. Ты достойна большей почести, чем Херувимы, и по славе своей несравненно выше Серафимов. Ты без болезни родила Бога Слово, и как истинную Богородицу мы Тебя величаем. Я вот тут гляжу, я не знаю, тут или нет, Благодатская Надежда.
Пускай помолится. Микрофон включите, Надежда. Какая надежда-то? Благодатская, вы молитесь, да. Слава тебе, Господи, за занятия. Благодарю вашу общину. Спаси, Господи, спаси Христос. Благослови всех и помилуй. Ну и все. Аминь. Молодец. Аминь. 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 Аминь, спаси Христос. 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 Аминь. Аллилуйя. Так, у кого работа над вопросами? Делайте как положено. Смотрите, вот здесь вот две занятия идут. Выберите какие. А то у нас тут некоторые длинные делать, так 6-7 слов, не больше, в заголовке. Указать том не надо, это лишнее. Только несколькими буквами указать папку, чтобы догадаться, которая. Вера, хотя бы вер, этого достаточно. Коммунизм, ком, чтобы видно было. Номер обязательно, вот что нас интересует. И насчитать выразительно, четко и ясно. Да поскорее. У нас тут рекорды ставят, считают. Конечно... Самое большое это у Сергея Павловича, вот кто ведет сейчас. Хорошо работают, я скажу, вот, Ольга Николаевна Симоненко, вот, Елена Гладыщук, много у них. Вот и знаете, кто Вячеслав Семенов. А другие взяли и как бы заглохло, не видно. Я что-то не просмотрел. Вот что, Наталья Усатая здесь, поклон ей. Да, я тут, а спаси Христос. Спаси тебя, Господь, за молитву. Давай, с Богом. Я с скажу. Богом. Где Виталий наш? Виталий Калинников, куда девался? Вот куда он девался? Он взял, там одну тему никак не кончит. Разные отговорки были, а сейчас и совсем нет. И утром не всегда бывает. Вы утром-то приходите на молитву-то. Я вот стою здесь всегда в первом часу ночи, и уже все. Больше не ложишься. Маленько себя надо ущемлять в чем-то. С Богом.